Итак, мы лежим в шавасане. Руки и ноги чуть врозь, глаза закрыты, расслаблены. На протяжении всей практики мы сохраняем глаза закрытыми и тело неподвижным, чтобы направить внимание внутрь. В процессе практики мы используем санкальпу, формулу твердой решимости или позитивную внутреннюю установку, которую сами направляем в свое подсознание, чтобы успешно решить важную для вас задачу или проблему. Вам надо определить наиболее важную для вас на данный момент жизни задачу и придумать простую, ясную, позитивную формулировку, направленную на успешное достижение цели. Например, я уверен в себе. Я здоров и полон сил. Я свободен от той или иной негативной привычки. Или любую другую нужную вам установку. Однако она не должна быть направлена во вред кому-либо. Вы мысленно повторите санкальпу в начале и в конце практики, используя силу своего подсознания для успешного осуществления цели. Во время практики сохраняйте ясность восприятия, а также внимательно слушайте голос ведущего и выполняйте то, что он говорит. Однако будьте свободны от напряжения, делайте всю практику расслабленно, как получается. Подготовьтесь к практике йога-нидра. Постарайтесь устроиться поудобнее, чтобы потом по возможности не двигаться. Ноги выпрямлены и расслаблены. Стопы слегка разведены. Руки лежат вдоль туловища, ладонями вверх. Закройте, пожалуйста, глаза и сохраняйте их закрытыми до конца сеанса. И вам ничего не надо делать, просто расслабленно лежать, слушать мой голос и наблюдать. Мысленно скажите себе: я в расслаблении и сохраняю внимательность. Я слушаю голос. Вы становитесь спокойными и расслабленными. Прочувствуйте, как покой, словно волна, разливается по всему телу. С каждым выдохом мысленно повторяйте: я расслабляюсь. Сейчас мы выполним настройку нашего слухового восприятия. Обратите внимание на звуки, которые до вас доносятся. Направьте свое внимание на какой-либо один звук, понаблюдайте за ним. Затем переместите его к другому звуку. Потом к третьему. Постепенно все окружающие звуки как бы уходят на задний план. Они продолжают доноситься, но только углубляют ваше расслабление. А единственный звук, на который направлено ваше внимание, это звук моего голоса.
Осознайте, что вы находитесь внутри этого зала. Мысленно представьте стены этого зала, потолок, пол и ваше тело, лежащее на полу. Представьте себе это тело, лежащее на полу в состоянии приятного расслабления. Прочувствуйте плоскость соприкосновения тела с полом. Обратите ваше внимание на естественное свободное дыхание. Пусть оно происходит самой по себе, просто наблюдайте. Понаблюдайте, как на вдохе живот слегка приподнимается, а на выдохе опускается. Прислушивайтесь к моему голосу и наблюдайте. Начинается сеанс йога нидры. Мысленно скажите себе: я начинаю практику йога нидры. Настало время мысленно произнести санкальпу, вашу позитивную внутреннюю установку. Сформулируйте ее четко, просто и ясно. Повторите ее мысленно трижды, искренне и убедительно. Когда эта практика будет заканчиваться, вам нужно будет снова повторить эту формулу так же, как вы сказали ее сейчас. Сейчас мы начнем движение сознания по различным участкам тела, чтобы достичь глубокого расслабления физического тела. Перемещайте сознание сквозь различные части тела вслед за моим голосом. Когда я буду называть разные части тела, просто направляйте свое внимание туда и мысленно повторяйте за мной название этой части тела. Например, если я говорю «большой палец правой руки», вы направляете внимание в эту область и мысленно повторяете «большой палец правой руки», затем переходите к следующей точке вслед за моим голосом. Итак, большой палец правой руки. Указательный палец. Средний палец. Безымянный палец. Мизинец. Ладонь. Направьте внимание на поверхность правой ладони. Тыльная часть ладони. Запястье. Рука до локтя. Локоть. Бицепс. Плечо, подмышка, правая часть талии, верхняя часть правого бедра, нижняя часть правого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка.
пятка, подошва правой стопы, подъем правой стопы, большой палец правой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, мизинец правой ноги, большой палец левой руки, указательный палец, средний палец, безымянный палец, мизинец, ладонь. Направьте внимание на поверхность левой ладони. Тыльная часть ладони. Запястье. Рука до локтя. Локоть. Бицепс. Плечо. Подмышка. Левая часть талии. Верхняя часть левого бедра. Нижняя часть левого бедра. Коленная чашечка. Икроножная мышца. Лодыжка. Пятка. Подошва левой стопы. Подъем левой стопы. Большой палец левой ноги. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Мизинец левой ноги. Переходим к спине. Направляем внимание на правую лопатку, левую лопатку, правую ягодицу, левую ягодицу, область позвоночника, всю заднюю сторону тела в целом, от пяток до затылка. Мысленно поднимаемся к вершине головы. Направляем внимание на лоб, боковые стороны головы, правую бровь, левую бровь, пространство между бровями, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правую щеку, левую щеку, нос, кончик носа, верхнюю губу, нижнюю губу,
подбородок, горло, правую половину груди, левую половину груди, среднюю часть груди, живот, пупок. Вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки, вся спина, ягодица, позвоночник, лопатки, вся передняя часть туловища, живот, грудь, все туловище в целом, вся голова и все тело в целом, все тело, все тело. Мысленным взором просмотрите все тело и то ограниченное пространство, на котором оно лежит. Ваше тело в определенных точках соприкасается с полом. Прочувствуйте эти места контакта с полом. Направьте внимание на точки соприкосновения между полом и головой, между полом и лопатками, между полом и локтями, между кистями рук и полом, между ягодицами и полом, между икроножными мышцами и полом, между пятками и полом. Постарайтесь почувствовать ощущение всех точек соприкосновения тела с полом. Пожалуйста, не спите, осознавайте свои ощущения. Теперь переместите свое внимание на ваши веки. Почувствуйте узкую линию, которая соединяет верхние и нижние веки. Сохраняйте внимание на этом ощущении соприкосновения век. Перемещайте свое внимание дальше к губам, на узкую линию, соединяющую губы, на пространство между ними. Теперь ваше внимание перемещается к дыханию. Почувствуйте, как естественно движется воздух от ноздрей к животу, и как живот при каждом вдохе слегка приподнимается, а при выдохе опускается. Мысленно погружайтесь в процесс вдоха и выдоха. Сейчас
Для того, чтобы уйти в состояние еще более глубокого расслабления, мы начнем подсчет наших дыханий в обратном порядке от 27 до 1. Мысленно мы будем произносить: вдох 27, выдох 27, вдох 26, выдох 26, вдох 25, выдох 25. Так продолжайте от 27 до 1. Сохраняйте наблюдение за дыханием. Дыхание спокойное, медленное, расслабленное. Если вы сбились, ничего страшного. Просто начните сначала. Здесь важен сам процесс счета. Итак, начинайте подсчет вдохов и выдохов в обратном порядке от 27 до 1. Теперь мы будем вызывать в сознании воспоминания разных ощущений. Легкость. Представляем ощущение легкого тела. Тело становится все более легким. Все части тела почти невесомы. Тело стало таким легким, что как будто поднимается над полом. Прочувствуйте ощущение легкости и воздушности в теле.
тяжесть. Теперь пробуждаем ощущение тяжести. Каждая часть тела становится все более тяжелой. Тело постепенно все дальше вдавливается в пол. Тело очень отяжелело. Тяжелое тело. Холод. Представьте, что тело обволакивает холод. Он проникает внутрь, и вам становится холодно. Как будто вы ходите зимой босиком по холодному полу, и вашим ногам становится очень холодно. Холод повсюду. Все тело дрожит от холода. Жара. Пробуждаем ощущение жары. Тело согревается и становится все более горячим. Нестерпимая жара. Как будто вы в пустыне, и солнце печет очень сильно. Все тело горит от зноя. Боль. Теперь на короткое время вспоминаем какое-нибудь прошлое ощущение боли и сохраняем внимание на этом ощущении. Это может быть боль физическая или душевная, но постарайтесь почувствовать ее опять. Удовольствие. Теперь воспоминание о боли растворяется, уходит. Ему на смену приходит воспоминание о каком-то приятном ощущении. Чувство удовольствия наполняет вас, и вы вновь переживаете приятные воспоминания. Мысленно скажите себе, что вы не спите и все осознаете. Теперь направьте свое внимание на внутренний экран в области межбровья, на пространство по ту сторону ваших закрытых глаз, которое на санскрите называется чидакаша. Сохраняя глаза закрытыми, направьте внимание в область между бровями, но не напрягайте глаза. Представьте себе безгранично развернутый экран, который позволяет вам проникнуть в глубины внутреннего космоса так далеко, как только это возможно. Мысленно всматривайтесь в это пространство. И что бы вы там ни заметили, знайте, что это проявление вашего собственного ума, вашего подсознания. Отпустите ход своего ума, пусть он идет свободно сам по себе. Поток вашего ума может отображать какие-то образы, явления, ощущения. Что бы ни приходило, просто наблюдайте, не испытывая каких-либо эмоций или размышлений. Если появляются какие-то впечатления, образы, состояния, пусть они сами приходят и уходят. Наблюдайте безучастно.
представьте, что вы приближаетесь к океану, спокойному и величественному океану. Прислушивайтесь к его дыханию. С легкой улыбкой вы входите в теплую воду, плывете, и океан бережно раскачивает на своих ладонях ваше тело. Вы медленно проникаете вглубь океана, все глубже и глубже, не чувствуя своего тела, которое словно слилось в единое целое со всей водной стихией. Эта стихия – вы сами. Теперь переключите свое воображение на созерцание джунглей, расположенных на берегу, за песчаной полосой дикого пляжа. Вы слышите и ощущаете присутствие разных обитателей джунглей, разных животных, насекомых, птиц. Вы чувствуете, что они не враждебны к вам и не причинят беспокойства. Вы ощущаете, что природа ваша мать, и она имеет свою внутреннюю гармонию во всем своем многообразии. Вы проникаете вглубь джунглей, идете все дальше и дальше. Вдруг вы увидели вдали между дремучими деревьями слабый проблеск света и пробираетесь к нему. Просвет становится все отчетливей, и вот, наконец, вы увидели небольшой, красивый древний храм. Ваше ухо улавливает чарующую музыку, а нос ощущает аромат благовоний. Присматриваясь к храму, вы замечаете, что покой как бы струится изнутри пульсирующими волнами в гармонии с вибрацией Ом. Вы подходите к самому храму, дверь открыта настежь, украдкой заглядываете внутрь, но никого не видите. Вскоре в полутьме вы обнаруживаете человека. Он спокойно сидит в позе лотоса с открытыми глазами. Сядьте перед ним, смотрите на его лицо и попробуйте узнать, кто это. И вновь переместите свое внимание на чедакашу, внутренний экран в области межбровья, пространство внутреннего космоса. В
вы можете его созерцать так же, как вы созерцаете внешний космос. Всматривайтесь в свой внутренний космос внимательно и вместе с тем отрешенно. Будьте молчаливым свидетелем, без эмоций и рассуждений. Пусть впечатления и образы приходят и уходят сами по себе. Наблюдайте безучастно.
теперь вам нужно снова вспомнить свою санкальпу, внутреннюю установку, и мысленно произнести ее про себя, четко и уверенно. Повторите это утверждение 3. Возвращаемся к наблюдению за дыханием. Мы осознаем свое дыхание и расслабленное тело. Наше внимание возвращается к физическому телу. Мысленным взором мы просматриваем все тело, от верхушки головы до пяток. Обращаем внимание на точки соприкосновения тела с полом. Расширяйте свой просмотр и мысленно представьте помещение, где лежит ваше тело. Здесь есть потолок, стены, различные предметы. Ваше ухо снова улавливает ближние и дальние звуки. Вы чувствуете ощущения в теле, которая долго лежала неподвижно в мышцах тела. Пошевелите пальцами рук и ног, мягко покатайте голову из стороны в сторону. Хорошенько потянитесь всем телом. Прочувствуйте, что вы окончательно вернулись во внешний мир, и, сохраняя глаза закрытыми, плавно повернитесь в удобное положение на боку. И затем, все еще с закрытыми глазами, плавно, не спеша, садитесь в удобное положение со скрещенными ногами и прямой спиной. Складываем ладони на груди в намасте. Споем мантру Ом 3 раза. Потрите ладони до ощущения тепла. Мягко приложите ладони к глазам. Мягкими круговыми движениями помассируйте брови, область вокруг глаз. И открывайте глаза. Практика йога-нидры окончена. Хари Ом Тат Сат.